Итак, друзья, это снова The Evil Within, и у нас... Так, получилось 22 патрона, и... на дробовик 5, на другой 2 всего. Две гранаты... Всего одна деталь. Ну, деталь у нас мало, потому что... потому что мы ничего не... Ничего не обезвреживаем. Какие ловушки. Ну, можно попробовать в последний разочек. Один раз. Так. Пистолетик. Патрон очень мало. То есть у нас дефицит. Смотрите, как я пропустил в той части. Офигеть тут, конечно. Так, нам даже... Надо... Слушайте, надо... Надо качать. Надо... Почему они не суют, блин, галимый патронный пистолет? Мне нужен дробовик. Пистолет у меня, ну, пока что вроде достаточно, ну, более-менее. Kidman! Get me out of this thing! Wait a minute. Give me. It's another trap. Look. Give me. Это же переводится как дань. А, нет, нет. Я забыл. Ну, жрабас меня бесит. It's much more elaborate. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, секунду. Так, а где? А, вот все. Так. И что нам делать? Типа спускаться и месить их, да? Или спасать чью-то задницу? Ну, говоришь, у меня патрон мало, что делать? О! Так, стоп. Так, ух ты, пятерка, нифига, десятка. Перезаряд? А, перезаряд нельзя, да? Ну, ладно. Эй, чуваки! Да упади ты, блин. Давай. Ой. Да как? По ногам же обычно они падают. О, отлично. А почему? Почему? Я же нажал поджечь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, чуваки. Стоп. Сейчас мы шприц применим. Давай, пожалуйста. Нет, нет, нет. Топор кидает еще. А, не ту буковку нажал просто. Сколько этих тварей? Твою дивизию. Стоп. А, что-то у нас не получается. А как тебя подлечить? Блин, ладно. Давайте заново пройдем. Походу, Джозеф, что ли, сдох, или что произошло, я не понял. Так, неудачно у нас получилось. Давайте-ка еще раз. Так. Я случайно фан... Так, ну все, это пропускаем как? А, вот так надо пропустить. Это мы уже все знаем. Так, отлично, давай. Все, больше не будем вздыхать. Я постараюсь, по крайней мере. Так, стоп. Давайте сразу же шприц применим. Потому что у нас здоровье-то по-любому. Галимый прицел. Ох ты, тварь, ты еще и...
Горите оба. Эй, почему эта тварь не загорелась? Давай последний. Да, попал. Спички. Отлично, десятку дали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, лекаем. Подлечили. Стоп. Топорик, да? Или чё? Твой дивизия. Ой-ой-ой, не-не-не. Дохни уже. Где топор? Нам нужно помочь Джозефу. Отлично. Так. Теперь топорик. Ой, это не топор. Беги, 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 беги. Топор давай. На, вот так вот с первого раза. Хадшот. Шприц. Шикарно. Не-не-не. Это что за хрен? Беги-беги-беги-беги! Чё он не взрывается? Патрончики, спичечки. Это тоже бери. Так, стоп, перезаряжаем все, все, что можно. Это можно перезарядить? Нет, значит, другой берем. Так, и бери патроны. Ой, ядро этот, как его? Да не. Отлично. Чё делать-то? Над нами, да? Ну ладно, сейчас мы их готовенькие уже. Давай. Подходи. Гори ясно. Чтобы не погасло. Ладно, спички пока есть. Грена. Гранату бери. Так. Ой. А кто кидает-то? Так. Ну-ка. Идут. Сейчас. Сейчас мы их... Давай, подходи. Не-не-не. Отлично. Выпало с него что-то. И топорик. Где топор? Ёб твою дивизию. Где топор? Твою нахер. Где топор? Где голимый? О, как залетело красиво. Ага, давай. Сдохни. Какого хера, ё, камикадзе, блин. Это уже все? Больше не могу. Кажется, это еще не все. Это фигово. Берем спички. 5 патронов остается. Перезаряжаемся. Ёп, вы посмотрите, кто бежит. Нет! Я же нажал поджечь. Ладно, берем шприц. И давайте бамкнем. Гори. Стоп. Так, придется брать дробовичок. Берем патрончики. Бежим, 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 бежим.
Жиробасы жги. Отлично. Этого тоже. Нет! Какого фига? Бам! Почему? 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 Стоп. Еще пистолетик. Перезаряд, перезаряд. Отлично, вроде все, он сдох. Пилюли бери. 300. Мало дают пилюль. О, какой жирный! Так, стоп. Ладно. Так, с этого вроде упало что-то. Кувалду подобрать нельзя. Где-то тут еще что-то было, ладно. Так, где, где? Ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не! Нет, только не это. Давай. Так, топор нужен. Пилюли и топор где-то здесь. Вот он. Давай, собирай, собирай. Где, где, вон. Патроны, где, вот ящик, давай. Патроны. Супер. Чё, все что ли, да? Вроде музыка утихла. Вот, когда музыка утихает, это очень круто, очень круто. Круто, круто, так. Шприц, еще лучше. Так, давай я тебя подлекаю. Так, и вот тут тоже патрончики. Вот не то дело. А, нас просто одаривают. О, болты. Электроболт. Снаряд для арбальтогония обездвиживает врагов. С помощью электрошока ее можно установить, например, на стены и на пол, и даже на врагов. И даже на врагов. Мне кажется, это основное. На врагов устанавливать. Так, топор можно кидать. Так, ладно, сейчас мы глянем. Пистолет. Пятнашка. Сейчас смотрите-ка. И вот так вот берем. Отлично. А, так, теперь надо еще взять. Перезарядить дробошоныш. Так, дробовичок, давай. Красавчик. Что делать? Блин, надо было пособирать. Они говорят, что у нас мало времени. Ладно. Йо, нам время дают. Так, сейчас вот тут что-то у нас. Шприц. А, ну я знаю, что мы сейчас делаем. Мы... Надо увеличивать запас шприцов, кстати говоря. Прокачаем это. А, ты взял, да? Ладно, если что, может вернемся. Так, и берем, пожалуй, пока пистолетик. Куда идти? Сюда, что ли? Или что? Давай побыстрее. Давай, что нам? Даже ничего не дали. Кто меня... Вот так вот, легко и просто. Так, давайте быстрее, пожалуйста. Ну да быстрее, сгорай. Все, ничего с тебя нету, что ли? Ладно, ничего нет. Йо, сколько зомбарей тут, а? Надеюсь, они сейчас не побегут за мной. Нет! Да, теперь да. Че, еще не готов, что ли? Спичек нет, что ли? Куда идти? А, вот. Быстрее, быстрее, куда? Я вообще правильно иду? Не, вроде правильно. Там цифры, да, да, верхний, нижний. Ставь на верхний 22, нижний на 5. Стрелок. Стрелок выбрать, цифру 20. Стрелок вращает. Что делать? А, вот так. 22 на верхнем. Откуда счет идет? И на нижнем 5, что ли, он сказал? Да. Кстати, там... Я сначала думал, наоборот, после 20 идет 22, а там до этого. Не в том порядке. Ну, в смысле... План забить. Так, это что такое? Блин, ну только с вами постречался, друганы. Ладно, больше постараемся не сливаться, а то слишком много сливаемся мы. Надо меньше сливаться. Так, смотрите, я вон там что-то вижу. А, ну что, назад идем. Давайте сейчас назад вернемся. Я думаю, нас тут не будут ждать, так ведь?
Так, ну можно сейчас, наверное, пособирать что-нибудь. Так, а с этого так и ничего не упало. А где зомбики? Ну ладно, нет. О, смотри, там статуэтка. Это круто тем, что... Это для... Она отлично. Так, да не закрывай ты. Так, здесь нельзя вроде. Здесь ничего интересного вроде. Так, патрончики. О, супер. А на что нам дали? На... Пистолет, что-то не пойму. А, ну здесь вроде ничего нету. Так, а тут у нас... Я дольше рассматриваю. Так, ну вроде ничего. А, так, что? Сейчас мы глянем, что у нас там по дробовичку. Десятка максимум. А, с этим у нас тут вообще фигня какая-то. Так, а вот с болтами у нас есть... так, смотрите-ка, я не пойму. Почему нету... Три гранаты, почему нету шокового болта? Вот этого. Видимо, я его не смастерил. Блин, детали вообще по нулям у нас. Мы даже... Я не понимаю, как мы без болтов будем. Они же классные, реально. Взрываются. Суперски просто. Ну что ж, надо искать тогда детали, что? Я не знаю. Нам говорили, что детали от... Если мы ловушки будем обезвреживать, то нам будут давать детали. Hang on, I'm coming. Да ща, погоди. А, не будем пока смотреть... Так, отсюда они выбегали. О, смотрите, какая банка, ни хрена тут. 300, это 1000. 3400, мало, мало. О, болты, супер. Болтик. Так, все, мы уходим. И давайте искать еще какие-нибудь ходы. Давайте наверх. Вот тут что-то у нас блестит. Я не знаю, может быть, что-нибудь я и пропустил, но я не вижу ничего больше. Так, 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 так. Что тут у нас есть? О! Верочка. Так, ну здесь у нас... Ну ладно, то хорошо. Так, а назад, ну там, в принципе... А, слушайте. Не, нельзя. Блин, я... Точно! Твою дивизию, вы посмотрите-ка, а. В тот раз, когда я сдох, я не подобрал. Ну ладно. Назад по жопшному не... Нельзя пройти. Закрой-то, да? Так, а там что? Там я был. Что, реально нельзя? Да, даже значка никакого не написано. Ладно, ну что же, надо быть внимательней. В принципе, пофиг. Ничего такого. Бывает, да? Так, ну что ж, давайте осмотрим здесь еще разочек все. Потому что, когда мы идем вниз, это... О, смотрите, вот тут еще что-то есть. А, или мы здесь были. Так, здесь у нас патроны. А, это спички. А, спичек у нас было по нулям. Наконец-то я понял, для чего нужны эти спички. Так, да блин, сбивайте меня. Так. Ну, ладно, здесь я был. А, нет, стоп, вот топорик. Как же без топора-то? Ну, чё, не перепрыгиваешь окно? Не надо так надо мной смеяться так. Так. Сейчас, секунду. Так, отлично.